Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня мы с вами отправимся в Мезенский сектор музея Малой Карелы. В Мезенском секторе представлены постройки, перевезенные из бассейна реки Мезени, северо-восточной части Архангельской области. Пожалуй, это самая холодная ее часть. Среднегодовая температура здесь 8 градусов ниже нуля. Территория покрыта болотами, лесами, многочисленными озерами и реками. Главным занятием местного населения были различные ремесла и промыслы. Крестьяне занимались рыболовством, охотой, строительством судов, боем и ловом морского зверя, коновальством и торговлей. Уходили на строительные работы в Санкт-Петербург. По мнению специалистов, освоение Мезени началось около 8-10 тысяч лет назад. Древние племена занимались охотой и преимущественно рыболовством. К IX веку земли, лежавшие между реками Онега, Мезени, Двина, были хорошо известны новгородцам и получили название Заволочи. Новгородцы собирали дань с местных племен, когда здесь еще не было русских поселений. Освоение Заволочи новгородцами проходило постепенно в XII-XIV веках. В XV веке новгородский период в истории Мезени сменился московским. Этот же период можно считать началом массового заселения территории Мезени русскими. Русские землепроходцы, осваивавшие север, на местах новых поселений ставили большой деревянный крест, иногда с литой иконой на нем. В иных случаях это был столб основания деревни, но с обязательной иконой и крестом на лицевой стороне. Перед вами копия столба, перевезенного из деревни Березник Лешуконского района. На нем вырезана надпись «Сия деревня основана в 1879 году Федором Антиповичем Ситниковым». Жизнь русских в условиях Севера получила особый склад и характер. Спецификой своей деятельности, по месту и образу жизни они существенно отличались от остальных, как живущие по морю. Так их и стали называть поморскими людьми, поморцами и просто поморами. Планировка большинства мезенских деревень была прибрежной рядовой, то есть в ряд по берегу реки. И здесь отчетливо просматривается желание хозяев расположить свои дома фасадами на реку и одновременно на солнечную сторону. При разрастании деревни появлялся второй ряд домов. При этом дома второго ряда были обращены окнами на дворы первого. Селения располагались на высоких берегах рек, а суглинисто-песчаная почва легко размывается при таянии глубоких весенних снегов, ливневых дождях и бурном половодье. Возникает опасность сползания грунта. Вот почему в мезенских деревнях возникла необходимость укрепления береговой линии мощной рубленной стеной. Такая рубленная стенка получила название опорной или подпорной. В некоторых деревнях можно встретить название обруб. Подпорные стенки строились из лиственничных стволов, камней валунов и иногда из старых лодок карбосов, присыпанных землей. Улица между домами и подпорной стенкой устилалась мостками. Ставились скамеечки, делались перила. От набережной к реке шли многочисленные спуски. На склонах ставили амбары, ближе к воде – бани. На мостках рядом с домами ставили колодцы, как, например, колодец с большим колесом – воротом. На барабан наматывается веревка или цепь с ведром. Вращением колеса вы опускаете ведро вниз и поднимаете его вверх. Благодаря такой конструкции колодца можно было с легкостью поднимать воду с большой глубины. Thank you.
Строительство жилых домов в Мизене обладало рядом особенностей, что выделяло Мизенское Поречье на фоне других регионов Русского Севера. Возведение жилого дома начиналось не с передней жилой части, а с большого хозяйственного двора. Это объяснялось суровым климатом и той большой ролью, которую животноводство играло в жизни людей. Хозяева стремились как можно скорее укрыть скот от ненастной погоды и зимних морозов. Поэтому и начинали строительство дома с хлевов и повети. А на повете устраивали небольшую избу с русской печью, где жила семья. Строительство жилой части дома проходило постепенно, по мере силы возможностей, как правило, через год. В отличие от Каргополья, четырехстенки не получили на Мизене широкого распространения. Здесь предпочтение отдавалось пяти- или шестистенным срубам на две избы, в каждой из которой стояла русская печь с трубой. Ведь здесь уже в конце 19 века полностью отказались от топки по-черному. Сбоку к хозяйственному двору пристраивался дополнительный сруб «зимник». Зимник ставился на землю без подклета, интерьер зимника повторял интерьер основной избы. Здесь семья ютилась во время сильных морозов. Сюда приводили скот после отела, приводили молодняк, здесь же готовили пищу для скота. Отсюда и второе название зимника – «скотная изба». Среди конструктивных деталей дома следует также обратить внимание на высокое крыльцо с резными столбами под двускатной кровлей. Скат крыльца имеет плавно изогнутые очертания. Одной из особенностей мизенских домов является наличие входа в подклет по переднему фасаду, что, как правило, говорило о том, что в доме была торговая лавка. Декор фасадов дома не отличался богатством и выразительностью в сравнении с каргопольскими домами. Причелины были украшены строгой геометрической резьбой, полотенца на некоторых домах вовсе отсутствовали. Однако большое внимание уделялось оформлению охлупня, конечная часть которого была выполнена в форме конской головы. Еще в дохристианские времена конь считался священным животным, а его изображение – оберегами. В старину говорили: «Конь на крыше, в доме тише». На охлупнях мизенских домов можно также увидеть оленьи рога, что подчеркивало особую важность оленя в жизни людей на севере. Жемчужиной мизенского сектора, безусловно, является дом Василия Яковлевича Клокотова, перевезенный из деревни Заозерье Решеконского района. Построенный в 1879 году, он вобрал в себя богатейший архитектурный и художественный опыт прошлого. Центральную часть фронтона дома занимает изящный полукруглый балкон, или, как раньше говорили, балахон, с точенными ограждениями балясинами. Выйти на балкон было нельзя, балкон имел исключительно декоративную функцию и свидетельствовал о влиянии городской архитектуры на деревенскую. Жилую часть дома опоясывает ряд из 11 окон с ярко окрашенными наличниками и ставнями в виде филенок. Филенки вписаны в вазоны с цветами. По углам фронтона изображены стражи дома – львы. Над окном светелки можно увидеть цветущий сад лес, по сторонам которого вписаны слева петух, а справа гусь или уточка. Подшивка свеса в кровле также покрыта растительным орнаментом из цветов, между которыми симметрично вписаны виноградные грозди. Известен мастер, выполнивший росписи. Это деверь хозяйки дома Иван Кузьмич Орлов. Именно он, художник-самоучка из этой же деревни, выполнил уникальный на сегодня комплекс фасадных и интерьерных полихромных росписей. Оригинальные росписи были восстановлены в музее в 2011 году.
старину люди не огораживали свои дома, не прятались друг от друга за высокими заборами, оставили одну большую изгородь вокруг всей деревни. А за пределами деревни, открытые всем ветрам, стояли мельницы. Суровые климатические условия не способствовали развитию земледелия в Мизене. Ранние заморозки, холодные северные ветры наносили непоправимый ущерб посевам, иногда просто их уничтожая. Поэтому зерно здесь было привозное и перемалывалось на месте. На Мизене широкое распространение получили мельницы-столбовки. Мельницы ставились за пределами деревни и формировали целые мельничные городки. Так, например, в селе Азополе в конце 19 века, по разным данным, насчитывалось от 18 до 30 мельниц. Именно из Азополя сюда, к нам в музей, перевезена одна из мельниц. По своему типу она относится к мельницам-столбовкам на ряже. Через всю конструкцию идет высокий столб, глубоко вырытый в землю, окруженный ряжевым срубом. При возведении ряжа между бревнами остается зазор, что способствует лучшей вентиляции сруба и экономии строительного материала. Центральный столб и ряжевая конструкция, постепенно сужающаяся кверху и переходящая в так называемую шейку, служат опорой для мельничного амбара, в котором находится мельничный постав. Мельничный амбар представляет собой небольшую клеть, рубленную из бруса и крытую двускатной кровлей по потокам и курицам. С одной стороны мельничного амбара – крылья лопасти, с противоположной – бревно воротила, с помощью которого мельничный амбар поворачивали в подветренную сторону. С земли к амбару ведет лестница, состоящая из двух еловых кокор с перекладинами. На мельничной площадке восстановлено грузоподъемное устройство для поднятия мешков с зерном. На вращающийся барабан со штырями и рукоятями наматывалась веревка. Снизу к веревке привязывается мешок с зерном. Такое простейшее грузоподъемное устройство получило название «ворот». Несмотря на свои небольшие размеры, мельница-столбовка обладала высокой производительностью. Каждая из них за сутки могла смолоть до 400 пудов зерна. Ну а теперь, уважаемые посетители, я с удовольствием приглашаю вас в гости в Мизенский дом. Значительную часть избы занимала большая русская печь с трубой. Печь согревала, в ней пекли пироги, шанги, рыбники. В ней варили щи да кашу, сушили сухари для промысловиков. На ее лежанке спали. Внешне интерьер мизенской избы мало чем отличается от интерьера каргопольской избы. Вдоль стен лавки, над входом палати. Однако наряду с самодельной деревянной глиняной посудой можно было увидеть немало покупных изделий. Медные ложки, фарфоровые чашки, кофемолку. Поморы на своих судах ходили далеко, бывали в скандинавских странах и оттуда привозили различные товары. Из-за границы же переняли обычай пить кофе. Его очень любили, заваривали в самоваре и пили по несколько чашек сразу. Главное место в меню поморов занимала рыба. Ее запекали в печи в длинных глиняных лавках. Рыболовство было одним из главных промыслов Поморья. И сейчас я приглашаю вас на выставку, посвященную рыболовным и зверобойным промыслам на русском севере в конце 19-го, начале 20 века. Среди рыб Беломорского бассейна треска и сельдь ловились только в море. Остальные – семга, навага, сик, корешка и другие – ловились и в море, и в реках. Главное промысловое значение имела семга.
Во многих регионах Поморья эта рыба давала основной доход местному населению. Лов семги начинался весной и длился до поздней осени. Но самый главный, так называемый залом, начинался в августе после сенокосных работ и длился до первых заморозков. Промысел семги осуществлялся на тонях, рыболовецких участках, на которые было поделено морское и речное побережье. Каждая тоня была в собственности отдельного владельца или целой крестьянской общины. В начале 20 века наиболее уловистые тони служили объектом купли-продажи. Одна из семжих ловушек – тайник – над водой помечалась особым сторожевым знаком – поплавком ловдусом. На ловдусе вырезали восьмиконечный крест и ставили дату. Осенение крестом семужьей ловушки подчеркивало значимость этой рыбы и главенство семужьего промысла в целом. На берегу рыбу отдавали перекупщикам, которые отправляли ее за пределы губернии, как правило, в Москву и Санкт-Петербург. Наряду с семужьим промыслом не менее доходным являлся промысел морского зверя – нерпы, белухи, моржа, гренландского тюленя, морского зайца. Лов и бой морского зверя оформился в самостоятельный доходный промысел уже в 17 веке. И тогда главным объектом охоты был морж. Морж высоко ценился у промышленников за лучшую кожу, за то, что этот зверь давал сало больше, чем любое другое морское животное. И, конечно, за клыки, которые охотно скупались заграничными купцами. К несчастью, к началу 19 века из-за неконтролируемого лова численность моржа резко сократилась, и объектом охоты становится гренландский тюлень, или, как поморы говорили, кожа. У тюленя также очень ценилась кожа, ценилось сало, перетапливаемое в тюлене жир, ворвань, и мех бельков, детенышей гренландского тюленя. Для ведения промысла промышленники объединялись в артели. Группы по 7-8 человек, каждый из которых возглавлял кормщик, самый опытный из промышленников, знавший природу течений и ветров данной местности. Суровые климатические условия промысла способствовали выработке высокого уровня коллективного сознания. Среди поморов высоко ценились честность и взаимовыручка. На выставке представлено три вида основных промысловых лодок, главный из которых является карбас. Карбасом называется небольшое, парусно-гребное, промыслово-торговое судно, пригодное как для речного, так и для каботажного морского плавания. Его размеры могли достигать 10 метров в длину и 3 метров в ширину при максимальной грузоподъемности до 4 тонн. Феноменом карбаса является то, что он пережил все традиционные плавсредства, активно использовался до середины 20 века, а в некоторых деревнях используется до сих пор. Наиболее архаичным способом постройки карбаса является шитье. Слово «шитье» обусловлено способом соединения набоев. Набои как бы сшивались вицей, еловым или можжевеловым корнем. Несмотря на то, что к началу 20 века для соединения набоев уже использовались заклепки или даже гвозди, слово «шитье» осталось до сих пор. По окончании работ все позаконопатились и смолились, и швы становились водонепроницаемыми. Еще одно судно, представленное в экспозиции, это лодка-ледянка. Лодки-ледянки отличались друг от друга размерами по количеству пар весел в лодке. Различали лодки-тройники, три пары весел, соответственно, пятерники и семерники. Свое название лодка-ледянка получила от того, что по бокам от киля проходили полозья. И киль, и полозья обивались полосками железа. Это было необходимо для того, чтобы там, где заканчивалась вода, лодку можно было волоком протащить по льду. Кроме того, корпус лодки был построен таким образом, что при сжатии льдов борта не ломались, пружинились, сжимались, и лодку как бы выталкивало на поверхность льдов. Можно с уверенностью говорить, что эти суда были максимально приспособлены к хождению по морям в суровых арктических условиях.
Ну и, наконец, третья лодка, представленная в экспозиции, это лодка «Долбленка». Ввиду своих небольших размеров, она использовалась на реках и озерах для рыболовства и перевозки небольших грузов. Как правило, долбленка делалась из ствола осины. Отсюда и второе название долбленки – осиновка. Мореплавание в суровых климатических условиях было делом рискованным, подчас гибельным. Удача рыбаков и зверобоев была изменчивой, что заставляло их с особой силой веры обращаться за помощью к Богу. Недаром поморы говорили: «Кто в море не ходил, тот Бога не маливал». Одной из форм такого обращения к Богу была установка обетного креста. К одному из них мы сейчас с вами и отправимся. Перед вами копия обетного креста из деревни Козьмогородская, сооруженного на берегу реки Мизени в 1899 году. Обет – это своего рода духовная работа, обещание не забыть что-то, что грозило опасностью, обещание возблагодарить за счастливое спасение. Нередко промышленники во время шторма молили Бога о помощи и обещали установить крест в память о счастливом спасении. Кресты также служили навигационными знаками. Установленные на открытых, высоких местах, они указывали вход в гавань, опасные участки, мель. По ним же можно было ориентироваться по сторонам света. Крест ставится определенным порядком. Нижняя косая перекладина верхним концом указывает направление на север, а нижним – на юг. Нередко кресты ставили в память о горестном событии. Это мог быть неурожай, голод, болезнь или гибель кого-то из близких. Немало крестов на морских берегах и островах стояло в память о тех, кого прибрало море. Вера в охранительную силу крестов была необычайно велика. Полагали, что они могут спасти от лиходейства, от неурожая, от пожара. Существовали также особо намоленные, почитаемые кресты, которым крестьяне с поклоном шли за многие километры из других деревень. Говоря о художественных особенностях мизенских крестов, следует отметить их высокую стать. Они высокие, подчас высотой с двухэтажный дом, набранные из толстого, хорошо вытесанного бруса. Буквы вырезаны не в толще бруса, а наоборот, выбран фон и буквы сделаны высоким рельефом. Сам по себе крест является главным символом христианской веры, символом победы Христа над смертью. Каждая из его частей несет определенную смысловую нагрузку. На центральной перекладине вырезано начало молитвы ко кресту и имя Сына Божьего. Буквы К и Т означают копье и трость, орудия страстей Христовых. Они же изображены на вертикальной перекладине. Слово «ника» в переводе с греческого означает «победа», «победа Христа над смертью». Еще один важный символ находится под нижней перекладиной – голова Адама. По библейскому преданию, Адам, первый человек, на котором лежит первородный грех человечества, был похоронен на горе Голгофе. И кровь Иисуса, распятого на Голгофе, смыла грех с костей Адамовых, а следовательно и со всего рода человеческого. На лицевой и боковой сторонах креста вырезаны криптограммы, каждая из которых несет сакральный смысл. Четыре буквы «Б» означает «Бич Божий бьет бесы». Четыре буквы «С» – «Спас, сотвори сеть сатане». Поморы говорили: «Море – наше поле.
Даст Бог рыбу и зверя, даст Бог и хлеба. Море, реки – это артерии севера. По ним течет жизнь, без них по мору никак. Но все-таки самая главная северная река – это Северная Двина. Увидеть постройки, перевезенные из-под Винья, вы сможете в Двинском секторе музея. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч в музее Малые Карелы.